Первая в Китае специализированная больница Даби Маунтин открылась в городе Хуангань недалеко от Уханя, откуда начал распространяться смертоносный коронавирус. Как сообщает Daily Mail, волонтеры за два дня превратили пустующее здание в медицинский центр на 1000 коек. Первые больные были переведены в новое отделение неотложной помощи. В самом городе Ухане, в 75 километрах, собираются построить специальную больницу с нуля, всего за 6 дней. Такой опыт у китайцев уже было в строительстве. Ожидается, что она будет завершена в конце недели.